ты понимаешь, что 20 миллионов зрителей в общей сложности тебя видят в данный момент. И, конечно, ответственность и песня, тем более, хотелось, чтобы она прозвучала по-настоящему, чтобы это было не просто вот хорошо спеть, а чтобы было еще что-то большее. Самого себя. Самый главный конкурент любого артиста и враг любого артиста – это он сам, это его волнение. Хочется прыгнуть выше головы, не всегда это получается. Надеюсь, что сейчас мы планку собственную не уронили.